Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. 11 марта канал «Домашний» покажет новый сериал «Инъекция любви». Все мечты и надежды на счастье молодого хирурга Анны Пироговой рушатся в одночасье. В разгар медового месяца она узнает, что у мужа есть вторая семья. От него беременная одна из пациенток больницы. А ближайшая подруга и коллега Анны все знала и скрыла от нее. Столкнувшись с полным непониманием матери, которая считает, что Кирилл любит Анну, и она прекрасная пара, девушка решает уехать к отцу, с которым не виделась больше 10 лет. Однако переезд в маленький город не решает проблемы, а только обостряет их. Между Анной и ее отцом возникает конфликт и нет взаимопонимания. Разбираясь с медицинскими проблемами своих пациентов, Анна невольно вовлекается в их личные истории и шаг за шагом приходит к гармонии с собой и окружающим миром. Показ сериала состоится 11 марта на «Домашнем». Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!